Увеличение губ 1 мл фото. Почему это популярный запрос в интернете на эту тему? Я доктор Селин, косметолог и ординатор пластической хирургии. Подписывайся. Это популярный запрос. Ведь губы у всех разные, и 1 мл филлера смотрится по-разному. Посмотрите на моих пациенток. Все такие разные, но их объединяет одно. Мой мужской взгляд на женскую красоту. Другие работы смотрите в актуальных губы. Знай, ты индивидуальна, поэтому хватит гуглить.